Контроль за госдолгом Казахстана утерян, заявили сенаторы. По данным законодателя Мамытбекова, долг правительства уже достиг 30 триллионов, а через год сумма вырастет еще на 10%. Напомню, сегодня в парламенте приняли закон, позволяющий взять стране кредит у Международного банка реконструкции и развития в размере 345 миллионов евро. Документ направили на подпись президенту. Напомню, средства направят на покрытие дефицита бюджета, в том числе на выполнение социальных обязательств перед населением. По оценкам Нацбанка, внешний долг Казахстана постоянно растет. За последние три года он вырос более чем на 6 миллиардов долларов и по состоянию на 1 января 2022 года составил свыше 165 миллиардов долларов. По линии международных финансовых организаций основной долг по состоянию на сентябрь 2022 года составляет 6,3 миллиарда долларов или 33% от всего объема займов, начиная с 1998 года. За 5 лет расходы на обслуживание госдолга вырастут в 3 раза. Можно заключить, что контроль за долгом утерян, а это уже вопрос экономической безопасности страны.